Трагические события 4 декабря поддержали депутаты Верховной Рады. В ответ на ваше заявление они возбудили уголовное дело против вас, обвиняют в попытке похищения и даже грозятся подать в международный розыск. Вы как к этому относитесь? Вас это беспокоит? Я и так нахожусь в международном розыске. Я не под санкциями нахожусь. Но это еще нарыто, знаешь, это, так скажем, ну, те люди, которые не знают своего отца, да, знаешь, не знают, кому они принадлежат, да, знаешь, где у них родители ходили, где они родились. И, ну, они могут все что угодно болтать. Даже я сейчас, даже намерен я попросить у президента, чтобы он меня, да, знаешь, так сказать, отпустил с этого должности, чтобы пойти в Донбасс, знаешь, защищать интерес именно тех граждан, которые сегодня воюют там. Чтобы именно вот таких, как этих шайтанов, ловить и уничтожать. Потому что у них чести, совести нет. Вот Европа и Запад там, вот они, ссылаясь на Россию, оскорбляя, значит, так сказать, окружая санкциями, нагло, значит, руководство Америки заявляет, что я заставлю президента России, значит, уйти с той позиции, которая у него есть сегодня. Они еще не знают, с кем они связались. Они думают, что это какая Египет, или там Ливия, или Сирия. Они не знают, что Россия великая держава, и народ российский непобедимый.